На Дальнем Востоке сегодня нашим диспетчерам снова пришлось срочно менять высоту пассажирскому лайнеру из-за опасного сближения с самолетом, который не подавал сигналов о принадлежности и не отвечал на запросы с земли. Чтобы избежать столкновения на 10-километровой высоте, экипажу рейса «Токио-Париж» дали команду подняться на 500 метров. Такой же ситуации и там же в воскресенье оказались голландские и швейцарские лайнеры. Как напомнили сегодня в Министерстве обороны России, угрозу им создал американский самолет-разведчик. Такие летают у наших границ почти ежедневно, но маневры вдоль международной воздушной трассы стали поводом для вызова в Минобороны военного атташе посольства США в Москве.